Ой, блин! А почему? Почему? А это мне прикольно, мне понравился этот Black Flag 4. Dirty Noobs, вот там прикольно, весело, нормально. Ну его сейчас нету. Это как раз, да, я не помню, что там. Ну вот как раз где-то эти прикольчики, чат я тебе скидывал, еще что-то. И типа чувак говорит, типа, в Breakfast плохая игра для друзей, потому что там ты разъебал друга, он вышел из игры, пошел в Ведьмака играть. В чате чувак пишет, я уебался в друга, и он обиделся. И вышел с этого, с Дискорда. Кстати говоря, это Ведьмак, хороший сериал. Он же вышел. Да, у нас тоже на работе все говорят, я вообще уже просто... Какой-то мега хайп. Че, он обогнал меня, да? Не знаю. Женька, ты как-нибудь первым приедешь? Слушай, я каждую гонку сейчас стартую 23-м. Вот реально, каждую гонку. Это обновления вышли, я же говорю. Да дело не в этом. А, ну в этом смысле. Да я слишком мало заплатил? Да. Не, ну топ-тайм есть, я доволен, все нормально. Так, у меня или у Игоря лучше, то круг. Ну Игорь. Чичерский Игорь. Ну ты меня обогнал. Да, так что 1-1. Сейчас еще Леха придет. 1-1. Вот это будет соревнование. Пул сервера, блин, наших. Просто не, ну вы с Лехой будете там топ-5 делить там. Первым, мы с Игорем там вторую десятку делить. Конец второй десятки. Вторую десятку. Значит, я буду мониторить, если будет дерти какой-нибудь веселый сервер, я. Да. А что тут скучно, да? Ну тут нет, просто тут как бы больше гоночки, чем это. Ну давайте это четвертую. Ну да, здесь автобус не едет. Четвертую? Да, ой, ну да, четвертую, третью. Не голосуется. О, ладно, надо сразу. Ну она хорошая, потому что прикольно. А, это не та, нет, это не прикольно. Ну Женя, опять вот дезинформация какая-то пошла. Ну, наверное, получается. Как после такого тебе доверять, Джек? Она вот, наверное, на фигня, да? Да не, нет этого сервера. Блин, Max Class B, смотрите, сервак. О, прикольно, где это? А как первый ты находишь? Раз. А, здесь можно одновременно теперь искать, да? Не-не-не, на сайте, в Breakfast Server Tracker. Да. Ну да. Прикольно, B-класс, сейчас и... Моа пришел, сейчас будет выигрывать всех. Да-да. Хай-хай-хай. Сейчас я... Да, видишь, у меня тоже 163, но это самое прошаренное. Да. То есть у кого 163, тот всегда выигрывает, да? Да, да, да. Угу. Диман, что-то я не заметил тебя. Смотри, Димка, у него выбрал топовый чувачок, выбрал такую же тачку, как вы пили. Так что да, Диман. За мной повторяет. У вас как это, у нас Лиман, видишь, в классе 163 вы в своем соревновании. Сейчас я ему покажу мастер-класс. Лиман Пинг больше, на столько же позиций, сколько Мо при. Игорь, слишком сложная шутка была, я не... Математическая шутка. Да. Как это я писал тебе? Я уже забыл. Квадратчер, амплитюд, модюлейшн, блядь. Смотри, Диман, видишь белого впереди? Вижу. Таргет такая. Господи, что происходит? Опа, меня подлагнуло сейчас. Ну типа не как у меня, а как на серваках иногда попадает. Пружинка такая, пук. А что сказал не тот раз, который что? Который меня убили. Нет, она, ну это та, но как бы не та часть. Что такое, чуваки? Что такие резкие? Опа. Развернул меня.
Ну а почему ты уехал это, куда-то? Да что ж ты, почему вот я так летаю? Да блин, что вы так? Спокойно. Джек, стой, Диман, не смотри, это будет. Че, Игорь на первом? Женька на первом месте. Не, ну это должно было случиться хоть когда-нибудь. А, там надо альт в 10 записать. Так, Игорь, я уже не догоню. Буду ставить топ-тайм. Над Игорем? Ну, конечно. Вот, той пришел. Все эти люди. А этот-то не заходит, да, больше Сьюзен? Или как? Я видел ее в игре. Пипец, Женька меня на круг почти обогнал. Игорь, у тебя какой сейчас лучший круг? Сколько? 55-904. 55? Жесть. Могло бы сейчас быть лучше, Дима. 56. Ну что, Дима, мы рядом. Блин, 56, по-моему, было. 55. 900. Смотри, 902, 904. Йо! Скриншотик. Баба! Димка, это просто... Офигеть, смотрите, вы синхронисты. Это называется очень торопился. У вас время почти одинаковое. За круг. Это опять, Игорь, опять 1-1 у нас с тобой. Чтоб еще 2-2.